Ребята, слышите? Там динозавр. Привет! Привет! Это канал Лики Гидос. Меня Камиль. И мы открываем сегодня вот такой кинетический песок. Всем привет! Мы с Камильчиком сегодня будем открывать вот такую вот интересную штуку. Живой волшебный песок из серии Dino Kingdom. Крепость динозавров. Вот такая вот у нас коробочка. Такой вот у нас будет, такую песочницу мы будем сегодня открывать. В ней много формочек, скелетов динозавров. И, по-моему, два ролика, вот как тут нарисовано. Ну что, давай откроем тогда, посмотрим, да, что там. Давай. Давай, откроем. А я тут открыл, с этой стороны. Открываем. Так. А вот я вижу песок. Да, вот у нас такая песочница. Вот такие вот формочки. Это динозавр Рекс. Это динозавр Рекс. Да, самый умный динозавр. Держи. Вот такой динозаврик. Вот такой вот длинношеи. Вот эта длинношея, которая длинная шея. Смотри, что тут еще. Формочки. А это что у нас глаза? Так, и что у нас еще? Это еще один динозавр, смотри. Ага. Вот такой вот. Какой-то. Ну, тоже большой динозавр такой, я просто не помню, как они называются. И сам песок. Ой. Ну что, давай откроем песок. Открываем его. Ух ты! Вываливаем. Ух ты! Так, ой, что у нас тут? Ух ты, какой интересный. О, какой классный, значит, на ощупь, да? Да. Он как настоящий, как живой песок. Смотри, он но это, но это и не песок. Это песок и не песок. Вообще классно. А посмотри, какой у него запах. Пахнет. Пахнет тоже как-то интересно. Смотри, он рассыпается. О. Смотри. О. А у меня почему-то не рассыпается. А ты его смотри, вот так вот возьми, вот, и держи. Он, смотри, видишь, стекает прям с рук. Классно. У меня большой падает. И даже к рукам не липнет. Руки чистые-чистые после него остаются, да? Да. А можно сделать целую стопку. Можно сделать все, что угодно. Можно сделать большой вулкан, как нарисовано на коробочке. Ну что, давай посмотрим? Давай. Сделаем динозавров из наших формочек? Давай. Сначала давай динозавра Рекса. Давай сначала сделаем динозавра Рекса. Да. Да. Так, берем песочек. Бери песочек, переворачивай формочку, чтобы тебе удобно было засыпать. Оп. Засыпаем. И, конечно же, уравняем. Ну да, вот у тебя есть ролик, а ролика потом выровняешь. Да, есть. Что у нас получилось? Почти. Давай переворачиваем нашего динозавра Рекса. Давай площадку здесь тоже выровняем. Вот так. Да. Гладкую сделаем поверхность. Так. А динозавр Рекс огромный. Огромный? Давай. Так, смотри, где. А вот. Оп. Постучим. Что получилось? Ничего. Не выходит? Так, выходи, динозавр. Вот. Вышел? Да. Вот он, динозавр. Вышел. Вот еще такой вот динозавр. У нас получается, это скелет динозавра, да? Да. Это можно устроить раскопки динозавров. Ага. Закапываем его вот так. И устраиваем раскопки. А это вот так вот берешь потихонечку, раскапываешь, потихонечку, потихонечку. И как делают это археологи, когда находят, потихонечку, вот, достают скелет динозавра. Вот так. И потом его в музей. Смотри. Но он у нас, конечно, разваливается. Да. Голова отдельно, туловище отдельно. И давай. Я... Ну что, следующего динозавра? Кто у нас следующий на очереди? Вот этот? Что? Да. Все, давай, снимай формочку. Оп, вывалился? Да. Посмотрим. Так. Вот так, такой вот у нас получился скелетик динозавра. Опа, а он вот, смотри, вот этот самый последний очередь стал, потому что он самый первый. Он самый первый? Да.
Так, смотрите, у нас еще есть вот такая вот такой вот ролик с лапками динозавра. Да. Когда проводишь по песочку, должны образоваться следы динозавра. Да. Посмотрим. Так. Папа, ты знаешь, что вот у него три пальца? Да, у динозавра три пальца, и вот они, следы динозавра. Да, это у короля динозавров. А теперь построим огромный вулкан, да. Нашего динозавра подвинем. Давай, вулкан у нас должен быть вот такой большой-большой. Надо его еще угладить. А? Надо его еще угладить. Надо. Нет, а он должен быть такой рыхлый. Он не должен быть гладкий, вулкан. Он должен быть немножко рыхлый. Зачем? Вот так. А? Зачем? Ну, он такой. А горы же, они же не гладкие. Они рыхлые сверху. Вот так вот. И здесь вот у нас жерло. Вот так. Наш вулкан и динозавр готов. Да. Надо еще одного. А ты знаешь, какого еще? А давай сделаем еще следы к подножию самого вулкана. Давай. Вот такие вот следы мы сейчас сделаем. Как будто динозавр пытался залезть на вулкан. Да? Ой, так получилось, что он слезает. Лапки вниз. Так, давай сделаем лапки наверх. Типа он залез и спустился. Вот так. Друзья, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. Пока.